Красный, желтый, розовый, белый и махровый – символ Международного женского дня тюльпаны. В первых числах марта у этого цветка нет конкурентов. Каждый покупатель выбирает цветок на свой вкус, но не каждый задумывается о том, что означает тот или иной цвет тюльпана. К примеру, красный – лучший выбор, чтобы выразить свою любовь. Белые тюльпаны – принести свои извинения человеку. Черный – значит пожелать богатства. А розовый символизирует счастье и уверенность в будущем. Самый интересный цвет тюльпана – желтый. Про них говорят: желтые тюльпаны – вестники разлуки. Но так поется только в песне. На самом деле желтый цветок символизирует жизненную энергию, позитив и здоровье. И олицетворяет весеннее солнце. Такое большое разнообразие тюльпанов. Глаз не оторвать от этой красоты. Как выбрать? Мы отправимся на улицы города. Посмотрим, какие цвета лидируют. Фиолетовый. А почему именно фиолетовый? Потому что люблю этот цвет, и у меня волосы фиолетовые. Я купила два сорта тюльпанов. Красные и желтые. Желтые, потому что я люблю этот солнечный цвет, они меня всегда радуют. Ну, а красные – это, как всегда, прекрасный цвет любви, красоты. Я выбрала разный цвет, так как мне нравятся все цвета. Они как напоминают радугу. Розовый, наверное, нежный цвет. Желтый напоминает солнце. Я купила красный для своей любимой невестки. А почему именно красный? Ну, это признак любви, признание в любви. Угу. Поэтому красный. Но вообще я люблю белый. Цвет чистоты и нежности. Как оказалось, цвета выбирают разные. И совсем не принципиально, какой цвет у тюльпана. Главное – это желание сделать приятно близкому и любимому человеку.